гала-концерт 8-го международного открытого фестиваля конкурса молодых исполнителей «Виват Музыка» номинации «Орган». На сцену приглашаю председателя жюри, профессора Московской консерватории Александра Соловьева и члена жюри органиста Анастасию Сидельникову. Добрый день, дорогие участники конкурса, уважаемые гости. Мы рады вас приветствовать в Российском национальном музее музыки. И сразу хочу поблагодарить директора музея Михаила Аркадьевича Брызгалова за эту уникальную возможность нашим конкурсантам помузицировать на этом замечательном инструменте. Я считаю, что вот это один из тоже таких благотворных и позитивных итогов нашего конкурса. И такие же дополнительные итоги огласит Анна Алексеевна, но я должен сказать, что впервые наш конкурс стал международным в этом году, и также впервые в рамках конкурса открыта номинация органного исполнительства. Я думаю, что мы этот опыт обязательно будем продолжать, потому что для нас было очень важно, что в качестве участников приняли участие не только воспитанники детских музыкальных школ Москвы, но также к нам приехали ребята из разных регионов России. Это тоже говорит о том, что есть большая заинтересованность в том, чтобы таких конкурсов органного исполнительства было как можно больше. И, несомненно, эта номинация стала возможным благодаря инициативе доктора искусствоведения профессора Евгения Давидовна Кривицкая, главного редактора журнала «Музыкальная жизнь», которая выступила в качестве инициатора проведения этой номинации. Я надеюсь, что эта номинация будет развиваться очень успешно. Я благодарю Анастасию Сидельникову и Хироку Иноэ за то, что они приняли участие в качестве членов жюри нашего состязания. А сегодня желаю всем участникам вдохновения, а мы будем с удовольствием внимать вашему искусству. Поздравляю вас! Добрый день, дорогие друзья. Я специально приготовилась. Хочу поприветствовать всех и порадоваться вместе с вами, что наше органное направление развивается и таким замечательным способом, что нам идут навстречу и высшие учебные заведения, и средние, и залы шикарные, и органы духовые. Это мы можем только радоваться, потому что мы понимаем, зачем мы с вами все работаем, педагоги, да, видим результаты наших прекрасных учеников, как они стараются, как их достигают, каждый в своем диапазоне успехов. Мы старались всех оценить как члены жюри, всех увидеть их хорошие черты, и всех как бы так простимулировать на дальнейшее. В общем, мы были добрыми, старались никого не упустить и всех отметить. Вот, поэтому всех участников я тоже поздравляю. Все, как могли, выложились. Мы довольны уровнем конкурса. Вот. Но этот конкурс – это заявка на дальнейший рост. Это очень вообще полезное мероприятие, я считаю, конкурс в принципе. Хоть и страшное, да, но это стимулирует к дальнейшему. Да? А то дело, ты в классе сидишь, никому не покажешь, тебе как-то все хорошо. Но когда вылезаешь на свет Божий, ты можешь сравнить себя с другими участниками, услышать мнение других педагогов, и ты как бы мобилизуешься, ты на сцене, причем на ответственной сцене. И я считаю, что это очень хороший этап и обязательный этап в жизни каждого, кто хочет стать концертным исполнителем. Без этого в наше время уже никуда. Ну и даже, может быть, просто и не концертным исполнителем, а человеком, любящим музыку, который хочет ощутить, что такое эстрада, да, что такое публика, каково это играть на публику. То есть тут много разных плюсов для всех, я считаю. Вот, сегодня желаю вам хорошего концерта, чтобы вы послушали друг друга, потому что на конкурсе каждый отыгрывал и уходил. Да? Конечно, ну понятно, что стресс и усталость перед собой слушать не будешь часто. Вот сегодня есть такая возможность послушать друг друга, сравниться, получить просто удовольствие. И действительно спасибо руководству музея за такой прекрасный прекрасная возможность сегодня, это как приз специально у нас получился, поиграть на духовом инструменте. И вам, конечно, специальный приз из
спасибо медицинскому заведению замечательному, которое дало нам возможность в таком органе поиграть. Это было сложно, репетиции были небольшие, но все справились и получили тоже какой-то очень важный опыт, я считаю. Потому что органов в Москве не так много, которые мы давали подрастающему поколению так вот, в такой разнос. И поэтому спасибо организаторам большое за это. Вот, ну, на этой ноте я предлагаю приступить к награждению всех наших лауреатов, дипломантов, всех еще раз поздравляю. Итак, начинаем церемонию награждения и по традиции начнем с участников, завоевавших звание дипломанта. Для награждения приглашается Мазнёва Анастасия, дипломант 8-го международного фестиваля конкурса молодых исполнителей. Есть Мазнёва? Да, если будет это. И каждому участнику будет подарена такая замечательная книга, издание «Органы России». Пожалуйста, поздравляем. Приглашается Харитонова Анна, дипломант 8-го международного конкурса молодых исполнителей. Это Суслова, да? Суслова. Да. А теперь лауреаты третьей степени. Приглашается Цветкова Диана. Присужден сертификат на получение премии 10 тысяч рублей. Это стало возможным благодаря поддержке фонда президентских грантов. Эта институция поддерживает проведение 8-го международного открытого фестиваля конкурса «Виват Музыка». Ермолаева Стефанида. Thank you.
сертификат на получение премии 10 тысяч рублей. Приглашается Потребчук Ксения. Сертификат на получение премии 10 тысяч рублей. Приглашается Патрушин Александр. Также ему вручается специальный приз за лучшее исполнение произведения Мендельсона. Сертификат на получение премии 10 тысяч рублей. Спасибо всем большое. Желаю удовольствия при прослушивании сегодняшней программы, которую подготовили лауреаты. До новых встреч! Мы вас ждем в новом сезоне на концерте в средней школе имени Гнесиных.
Ярослав. Thank you.
исполняет Диана Цветкова. Thank you.
исполняет жесть и положенность. Thank you.
Следующим шагом по развитию нашего фестиваля для развивающихся.
хочется посмотреть лучших, и чтобы они еще раз творчески себя проявили на сцене. Давайте еще раз мы поаплодируем всех участников, и поздравим победу. Молодцы, ребята.